ребят, простите, пожалуйста. Сейчас Дмитрий Олегович хочет с вами поговорить, а после этого мы тогда начнем проверку герметичности стыков. Конечно. Простите, пожалуйста, небольшая задержка сейчас. Ничего, мы привыкли. Олег Федор, добрый день, на связи, это Рогозин. Здравствуйте еще раз, Дмитрий Олегович, рады слышать вас. Наши поздравления вам. Наше поздравление вам. Как груз, посылка приехала, да, все нормально? Как вы ее встретили? Ну, модуль встретили, как положено, с закрытым столом практически. Вот, а посылку еще не смотрели, не знаю, пришло ли что-нибудь вообще экипажу. Проверим потом после открытия люков. Так я ее посылкой называю. А, понял. Ну, пока внешне в целости сохранности. Очень хорошо, что... Мы поздравили сейчас всех наших специалистов из нашего ЦУПа МЛМ. Молодцы ребята, они там парировали все ситуации, которые возникали. Очень непросто все это шло, конечно. Вот сейчас уже можно сказать, в течение всей этой недели, каждый день, значит, на стрессе. Но вот что важно, я сейчас об этом сказал уже, фактически 21 год мы ничего подобного не делали. Да и, собственно говоря, к этому модулю тоже было такое отношение, что, ну, его, пусть он где-нибудь в музее там хранится, значит, зачем его отправлять, значит, рисковать и так далее. Вот, поэтому я сейчас ребят всех поблагодарил за то, что поддержали решение мое, значит, отправить его, подготовить его к пуску. Собственно говоря, конечно, намаялись, намучились, но молодцы. И вас хочу просто поблагодарить тоже. Я понимаю, что, несмотря на весь высокий уровень подготовки, то, что вы имели, я посмотрел там и оценки ваши, значит, по стыковке, но тем не менее, конечно, машина гораздо более габаритная, чем все то, что подлетало, и ваша готовность взять на тору всю эту конструкцию, и тональность, голос, я тоже это оцениваю. Абсолютное спокойствие, выдержка, это заслуживает колоссального уважения. Я вас, ребят, поздравляю. Большое спасибо вам. Спасибо огромное. От нас тоже огромное слово благодарность всем специалистам. Конечно, работу проделали грандиозную в условиях таких, как вот летал МВМ, конечно. Я понимаю, ребята и дневали, и ночевали на работе, чтобы исправить ситуацию, довести его до логического конца. Тем более в МЛМ уже столько вложено было, и труда человеческих средств просто оставлять его на земле было, конечно, очень нерационально, даже стыдно, скажем так. А сейчас есть хороший фронт работы, время пойдет у нас еще быстрее. Вот. Так что мы очень рады этому событию.